Здравствуйте! С вами «Техническая среда», я ведущий Геннадий Емелькин. Сегодня я покажу, как проверить состояние аккумуляторной батареи. Для этого мне потребуется такое несложное приспособление под названием нагрузочная вилка. Для удобства я использую нагрузочную вилку с цифровым дисплеем, для того, чтобы удобнее было считывать показания. На сегодняшний момент это устройство является наиболее таким доступным и достоверным средством для оценки состояния аккумуляторной батареи. Итак, приступим. Для примера я взял два аккумулятора. Почему? Об этом вы поймете чуть позже. Сначала мы проверяем напряжение на клеммах аккумулятора с помощью нагрузочной вилки. Ну, у нее есть такая функция. Итак, на первом аккумуляторе у нас 12,86. Напряжение полностью заряженного аккумулятора должно быть не меньше, чем 12,7. Здесь даже чуть больше, но это допускается. Аналогично проверяем напряжение на втором аккумуляторе. Оно аналогично. Если напряжение аккумулятора будет ниже, чем 12,7, то его следует зарядить. Но и здесь, учтите, после зарядки не стоит торопиться и сразу же проверять его нагрузочной вилкой. Надо, чтобы аккумулятор выстоялся. Ну, желательно, например, оставить его на ночь и уже утром приступить к проверке. Потому что напряжение падает очень медленно. Переходим к основному этапу проверки аккумулятора, то есть под нагрузкой. То есть для этого нам надо продавить шток нагрузочной вилки. То есть опять подключаю я его, прижимаю. Напоминаю, что у хорошего рабочего аккумулятора напряжение под нагрузкой должно опуститься до 10,2 вольта. Если ниже, это говорит о том, что аккумулятор у нас уже слабенький, и в морозную погоду он подведет. Поэтому владельцу стоит задуматься о его замене. Итак, продавливаю. Вот у нас напряжение. Выдерживаем несколько секунд. Упало практически до 9,6. Это говорит о том, что аккумулятор уже ослаб. И, как говорится, в морозную погоду он уже не помощник. Переходим к проверке второго аккумулятора. Я напомню, что напряжение без нагрузки у обоих аккумуляторов одинаковое. Но первый аккумулятор у нас показал довольно-таки низкое напряжение под нагрузкой. Теперь проверяем второй. Ставим, продавливаем шток и смотрим. И мы видим, что напряжение у нас опустилось до 10,5. Это говорит о том, что аккумулятор находится в прекрасном состоянии, и он способен, как говорится, запустить двигатель, если нет проблем с электрикой, даже в лютый мороз. На этом работа окончена. Всем спасибо за внимание. И не забывайте подписываться на наш канал журнала «За рулем».